Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня наконец-то мне пришли новинки от фирмы Birking. И пришел, я надеюсь, новый силикон 2019 года. Сейчас посмотрим, что прислал продавец. Друзья, вот такие вот новиночки. Новые упаковки. Раньше были упаковочки красного цвета. И пришло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пачек силикона. Сейчас все вскроем и рассмотрим поближе. Вот сразу вскрыл конверт и пошел такой вот запах, как будто креветки варим дома. Запах креветочек. Силикон, скорее всего, съедобный. Профессионал, Quality Birking Fishing линия, короче. Рыболовные приманки. Знаете, очень красивый блеск. Хорошо так переливается. Силикон очень мягкий. Да, запах креветочки. Все очень хорошо пропитано аттрактантом. И вот такой вот интересный цвет. Сверху зеленый перламутр. Снизу красная брюшка. Копия на ворону. В пачке 5 штук. Здесь также копия на ворону. Кожа в другой расцветке. Размер приманки поменьше. Но в пачке количество силикона намного больше. 10 силиконовых рыбок. Копия на ворону. Тоже цвет очень интересный. Спинка синяя. Низ такой вот розовый. Силикон очень приятный. Немного. И сразу в такую вот вибрацию уходит. Довольно приятные приманки. Сейчас посмотрим. Ага. И есть маленькая. Маленькие приманки. Также копия на ворону. Вообще вот малюсенькие. И вот сразу, видите, остается жирный след на коврике. Очень хорошо пропитаны. Это уже больше для ультралайта. Здесь даже считать их не буду, но штук 15 точно есть. Все написано в описании у продавца. Внизу будут ссылки. Можете заходить, смотреть, выбирать, какие вам цвета больше нравятся, больше подходят. Копия на Easy Shiner. Очень сильно пропитаны. Ну, запах одинаковый у всех. Видите, канавка снизу, канавка сверху. Будет хорошо вставлять крючок. Ну, в принципе, копия очень хорошая. Birking начал делать, конечно, серьезные приманки. И у них это все довольно хорошо получается. Пачки 7 штук. Больше копий на Easy Shiner нету.
Ну, есть такая вот личинка стрекозы. Все новинка 2019 года. Но мне очень понравилось качество силикона. Очень приятный на ощупь. Очень хорошо передается по нему вибрация. Я думаю, в воде будет очень хорошо игра видна. В воде будет очень хорошо играть. Такая вот ларва от фирмы Беркинг. Ну, вот такие вот червячки. Скорее всего, это копия на Crazy Fish. И вот пиявочки. Ну, здесь даже просыпано какой-то солью. Не буду пробовать на вкус, но крупинки похожи на соль. Цвет такой вот хорошо имитирует пиявочку. Думаю, в наших краях данная приманка должна хорошо сработать по рыбе. Ну и в пачке сейчас посчитаю, сколько штучек. 5, 10. 10 штучек в пачке. Скоро приманки опробую. На щуку запрет у нас заканчивается 24 числа, и можно уже спокойно идти на рыбалку. Такие вот маленькие червячки. Это точно Crazy Fish. Это больше для ультралайта. Просыпано какими-то крупинками. Запах уже в руки впитался. И точно такая же приманка, только другого цвета. На окуня самое то. Будем пробовать, облавливать. Я думаю, они у нас сработают. Теперь такая хорошая, красивая гамма цветов на столе. И, друзья, если вас заинтересовало что-то, переходите в описание под видео, переходите по ссылочкам. Там ссылки будут, названия на каждую модель. И заказывайте, цена на них очень демократичная. И я даже сказал бы, что небольшая. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч!